Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку «Разбуди коробку». Это очень увлекательная игрушка, давайте посмотрим, что здесь можно делать. Так, я могу тоже нарисовать что-нибудь? В общем, старт. А, левел выбираем, давайте первый левел. Давайте музыку отключим. Так, мне надо что-нибудь нарисовать, допустим. Хоба, коробка не проснулась, давайте еще что-нибудь нарисуем. Хлобысь. Все, коробку разбудили, идем дальше. Не забудь, кстати, поставить палец вверх, если хочешь продолжение. Ты можешь рисовать только внутри этой области. Я понял. Что-то фигню нарисовал. Так, ну-ка. А, все, я разбудил коробку, отлично. А, дальше идем. Нажми правил, чтобы нарисовать окружность. Все, я понял. Замечательно. Мне нравится эта игра. Так, а тут такой пример. То есть мне надо что-то подобное нарисовать, чтобы нашу коробочку разбудить. Я даже подлиннее сделаю это. Так, ну вот, ребят. Смотри сейчас, как мы ее разбудим. Хлобысь, все, разбудили, идем дальше. Так, чтобы удалить объект, кликните по нему дважды. Так, мне нужно какая-нибудь... Да, вот так. Так, надо было пробел нажать, ну-ка. Катись, 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 молодец. Нет, надо что-нибудь побольше. Ну-ка, как ты справишься? Да ты издеваешься, что ли? Ну. Может, проще заново начать? Сейчас заспамим. Давай, давай, ну. Где лавина? Облава. Заново лучше начать. Так, первое, что мы сделаем с вами. Так, такой вот брусок. А, не, заново даже. Я бы не так его сделал, немножко было так. Да, немножко под откос сделал, чтобы горочка такая была. Так, ну я думаю, сразу за ним пойдут мелкие тоже. Все, отлично, разбудили. Идем дальше. Ну тут, в принципе, легко. Сначала мы рисуем вот такую букву Г. И что происходит? Подожди, это было больно. Так, можно, конечно, сделать вот такую Г, я не знаю. Смотрите, не проснулся. Ладно, есть еще одна Г у меня. Все, мне кажется, буквы Г уже закончились. Довольно интересно, ладно, заново начнем. А, так. Можно сделать шар большой. И уронить поменьше, допустим. Вот, то есть вот так уроним. Тоже вариант, смотрите, какой. Разбудили. Идем дальше. Что тут? А, нам предлагают... так. Что тут здесь нужно сделать? Я понял, допустим, тут будет у меня вот такая Т. Так, да, нет, давайте просто круг вот так кинем, кружок. Вот так даже. Вот. Все. Разбудили. Так, ну тут легко, тут делаем ну, какую-нибудь такую штучку. Вот так. Вот отлично. Проснулась коробка. Так, что у нас дальше? Ну тут тоже, ребят, я думаю, тут нужна буква Г. Рисуем букву Г. Но этого мало. А, нам нужна, видимо, горка. Рисуем какую-нибудь такую вот горку. И с нее покатится шарик. Катись! Давай, разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся. Блин, печаль, беда. Ладно, рисуем опять горку. Нет, опять не так. В принципе, давайте заново начнем. То есть нам изначально нужна какая-нибудь палка. Да, она должна туда упасть, отлично.
Немножко неправильно. Ладно, давайте еще нарисуем палку. Да в другую сторону должна была упасть. Хорошо, рисуем вот такую вот палочку небольшую. В другую сторону. Падай в другую сторону. Так, так. Такая вот сосулечка. Памс. Короче, ладно, тогда рисуем сразу горку. Такая вот у нас будет горка. Так, ладно. Можно много раз пробовать. Не, все они мимо. То есть нам нужна все равно палочка. Блин, ну придется заново. Тут, короче, у нас сложность возникла. Так, вот, уже хорошо. То есть от этого мы уже отталкиваемся, делаем горку. Ну все, он не выдержит натиска. Проснулась коробка. Ух ты, а тут что интересно? Ну, в принципе, тут просто мы рисуем вот такую палку. Рисуем вот такую палку. Я не понял, что мы сделали, правда. Я понял. Палка будет вот такой. Ты проснулся. Так, я для начала бы сделал вот так бы сделал. Потом, в принципе, можно отсюда делать большую-большую горку. Сильно очень большая горка. Ну и шарик можно кинуть. Он разгонится. И все, и проснулась коробка. Так, что у нас тут? Довольно-таки интересно тоже. Допустим, сделаем картечь. Вот такую, пускай картечь будет. Много-много-много-много картечи. Видите, что произошло? Побахнуло. Град пошел. Коробки хоть бы что. Град усиливался. Тебе что, хоть бы хны? Ладно. Проснулось все. Так, что у нас тут? Тут, в принципе, все просто. Хотя нет, не просто. Я думал, будет проще. А, должна быть качель. Надо ее раскачать, как бы. Я понял. Чтобы ее раскачать, нам что надо? Какую-нибудь кувалду, допустим, вот так. Хлобысь. Так, такая вот здоровая будет. Тыщ, раскачали, смотрите. А, все, проснулась коробка. Молодец. Так, что тут сделать? Ну-ка. Тоже довольно-таки просто. Просто пускаем шарики. Рано или поздно она проснется. Уже сдвинули. Уже нормально получается. Давай, 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 разгоняйся. Блин. Хорошо, можно, допустим, такую палку сделать. Нет. Не проканает. Вот такую палку сделаем. Ну, наконец-таки проснулась. Ну, то есть рано или поздно вы ее все равно разбудите. Игра, кстати, ВКонтакте, советую всем поиграть. Честно говоря, тут не знаю, что делать. Давайте какой-нибудь булыжник куда уроним.
есть нам надо сделать так, чтобы пихнуть ее. Хорошо, тогда рисуем вот так. В другую, правда, сторону. Что-то фигня какая-то получилась. Надо действительно что-то сильно уронить как-то. Ребят, ну я тут, короче, застрял, я думаю. Вы пишите свои комментарии, вот мы 15 уровней прошли. И на 16 я не знаю, что делать. Можно маленьких понакидать. Ужас, что творится. Классная, в общем, игра, ребят. Кто не подписался, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного. С вами был Дарья, всем до скорого, пока-пока. Разбуди коробку называется.